Александра Пакумина – ученица 22-й школы с углубленным изучением французского. За 9 лет язык Флобера, Дюма и Бальзака стал для нее не менее понятным, чем русский. В нашем современном мире знание иностранных языков очень нужно, очень необходимо. Здесь преподается с первого класса французский язык, и уже с 7 класса мы начинаем изучать английский. И должна сказать, уровни, на котором изучаются эти языки, очень хороши. Достичь позитивных результатов в нашем городе стало проще. В Перми уже третий год успешно реализуют проект «Международное образование». Это позволяет школьникам углубленно изучать иностранные языки и сдавать экзамены по мировым стандартам, таким как французский DELF, английский IELTS и немецкий CD. Это экзамены, которые сдают во всем мире. И если наши дети выходят на этот экзамен, значит, они конкурентоспособны на мировом уровне. Ученики 22-й школы уже не один год успешно сдают подобные экзамены. Главной задачей департамент образования считает достижение таких же результатов учениками школ-партнеров. Это обычные, неспециализированные школы, ученики которых тоже имеют возможность изучать французский углубленно. На сегодняшний день такие учебные заведения есть в Кировском, Ленинском, Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах города. Я хочу в будущем учиться во Франции. Да. И еще мне очень хочется побывать в Лувре. Проект «Международное образование» также дает возможность непосредственно познакомиться с культурой Франции. Его участники ежегодно выезжают за границу, где изучают не только науку, но и повседневную жизнь людей. Полное погружение в языковую среду и есть залог успеха, считают руководители проекта. Конечно, в этом году изменения касаются в первую очередь появления новых проектов. То есть мы бы очень хотели в этом году, чтобы состоялся наш лагерь. Франкофонный лагерь для школ-партнеров. В день открытых дверей школьники, посетившие 22-ю школу, совершили небольшое путешествие по регионам Франции. Ребята открыли для себя мир высокой моды, продегустировали блюда французской кухни и даже разучили народную французскую песню. Александра Михеева, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.